это за антворд? Маленький городок. Прямо на побережье океана. Сейчас я туда выйду. И буду там пить чай. Итак, почти цели. Я думаю, летом это достаточно туристическое место для отдыха. Это вид со смотровой площадки. Я в восторге. Океан прекрасен, он просто завораживает. Буду смотреть на него целых 2 часа. Уже слышно шум волн, да? Это оно, разлив волн такой же широкий, как и на океане. Хоть это считается море, но все-таки это залив Атлантического океана. Так мне осталось посетить только Северный Ледовитый. Потому что этот стал третьим посещенным океаном. И еще одна минутка тишины. Thank you.
вода холодная, и дети бегают босиком. Никто не парится. И лично я тоже считаю, что это здраво. Это естественно и закаляет. Невозможно остановиться снимать. Поэтому уже целых 3 минутки набежала дополнительно. Ну, будет что посмотреть, чтобы вспомнить, как это было. Ой, класс. Много людей гуляют, наслаждаются, отдыхают. Северное море, Атлантический океан. Сандвард. Подарок от Амстердама. Голландия. Европа. Планета Земля. Всем привет. Сейчас холодно.
кажется, что этим зрелищем можно наслаждаться вечно. Такой нарядный беленький океан, такую красивую пену взбил. Так-то настиг меня океанчик атлантический. Чайки здесь кормятся тем, что выбрасывает им море.
увидела кусочки крабика поклеванные, поклеванного. Ну и вот они высматривают в поисках, чего бы еще найти. So brave, guys. Yeah, but the kin won't last. Yeah, it's a project for teenage refugees. So my daughter set this up for refugee teenagers that came here. Uh-huh. To meet people of their own age, uh-huh. And this is one outie. But only two showed up now. But I think it's also because it was really difficult to get here. Uh-huh. I mean, for and the idea is to swim in the cold today, water. Today is the idea is to go to the beach because okay. Many of them never seen the beach. Okay. Yeah, but I did not know. Do you want to try? Maybe we can go together. Yeah, we can try. Yeah, I've I'm not gonna swim, but I can do it with my feet. Yeah. Yeah. To see how brave they are. Yes. To show them how brave we are. I don't think they will be impressed if we just put our feet in the water. But this is also not so easy. The water is cold. Maybe really not so cold. They stay there so much time.